Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Драйвер 51 и Злой Слон Павел Каблуков. Поедем опять тестить пашную карту рейс 1. Погнали! Поедем. У вас 3206. Я уже в воде. ТП. Ты опять этот пуль? Ой. Прицепик. Ух, литье вообще жесткое тут. Литье надо поменять какое-то, как вроде как не такое, да? Большое слишком, не? Что большое? Литье. Да, как-то мне кажется, он не смотрится на них. Надо их убрать. Слишком он как-то. Ну там есть другие колесики, надо будет сейчас переделать. Или синхронизацию на габарит сделать на постоянку. Ну все, погнали. О! Какая нырнул. Да не, он я на, по крышу нырял на нем нормально. Не, ну это клево, да, так. Весна, лужи, ух. А, ну надо тут потише, потому что кочки, чтобы не скакать на нем сильно. Ух. Газок подсбрасывать иногда. Я на паучину сейчас пойду нормально. Да, он сам оттолый, если он даже по кочкам прыгает. Давай. До этого, ребята, мы писали обзор, писали, на жестяке кончилось место, и почти дрова довезли, и у нас экшен встал. Так что это у нас уже дубль 2. Ой. Потихонечку, помаленечку. Ай! 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 Чуть не вошел тебе опять в бочину. Сейчас мы тут по краешку нормально прочешем. Надо грязь тут перенакладывать. Криво лево. Почему? Нормально. Да, ну он летит. Сильно, ничего. Ух ты, блин, чуть не повернул его. Оп-оп-оп-оп-оп, стоять. Подожди, давай я подобру, чтобы ты не повернулся. Нет? Нормально? Идет. Давай, я там сейчас уплану в этой луже. Блин, в куст уперся. А развернешься или тебя дернуть? Сейчас попробую выехать. Вышел. Вау, блин, вот меня подкинуло-то. Туда, тут надо потихоньку оттормаживаться, тут, блин, кувырнем мы эти батоны. Тут-то глубоко. По краешку надо. Чуть не нырнул прям в самую глубину-то. А, все, вышел. Нормально. Ой-ой-ой-ой. Засосало меня тут. Да, кстати, ребята. Дирт комплект эдишн. Повторно, да, сейчас? Так. Ты заправляться, что ли? Да. Куда-то там. Мимо едем, чуть. Горючки, мне кажется, тут
Можно всю карту пройти. Расход у батона маленький. Покупайте, ребята. Как он? Gear 3 комплект Edition. Да. Присоединяйтесь. Будем устраивать гонки. Видео будет в группе. На канале. Посмотрите, мы сегодня с Пашей уже тестировали, гоняли. Обалденная штука. Не хватает только народу. Побольше. Да, тут для УАЗа такая, что бугровато тогда все. Ну да. Скачет он реально, как говорится, как козел. Не зря же как козлами называется. Ой, блин. Скачет вообще отменно. Ну, он там по-настоящему так и скачет. Я ездил на батоне в свое время, как бы было. И на головастике ездил тоже. То есть ты... так оно по жизни-то и бывает. И на 469-м, 31-514 как бы, гонял. Вычу-то я подсел. Нет, нормально. Да не, он по проходимости, он в принципе такой. Моторчик подкручен. Немножко вот надо будет нам подисправим еще тут немножко синхронизацию, чтобы габариты на постоянку работали, а ближний свет включался потом. О, я тоже тут что-то, Паша, тут где-то в колеях тут конкретных. Ты что-то вообще в саму кашу там залез. Тестирую, как он на проходимость. Я тут вот справа по колее иду. Да не, он на проходимость такой, он в принципе адекватный машины для проходимости. Ну тут в луже-то мы сразу его утопим, если по центру. Не, да, в луже, конечно, полезно. Ну, на кразе, помнишь, этот раз нырнул тут по кабину. Ему и тут с краешку хватает. Главное его на бок не уронить. Ух ты, а этому большую лужу переедем? Не знаю. По левой стороне или по правой? По правой, наверное, по грязи тут надо. А, так нам все равно направо надо. Эх, надо мне, короче, правее уходить. Нифига он тут не едет. Не, ну а что по травке, гляди, как по асфальту едет. На травку залезай. Вот, я уже по ней. Ха, смотри, тут можно промеж деревьев проехать. Опа, читерская машина такая. Ну да, ветки-то он ломает не очень как бы. Так, нам направо туда в горку, да? Да. Нифига, он у меня на куст залез. Ну он легкий, видишь, не валит их. Хотя же стоят эти. А ну он для деревьев же, наверное, эти фигнюшка-то стоит, да? Физика деревьев. Ну да. Я не знаю там на какие именно распространяются. На кустики, наверное, не распространяется для грузовых-то машин. Вороны полетели. Ну тут грязище-то, офигеть. Засасывает прям грязь туда. Вообще все эти, смотри, он обчесал тут. Так, нам тут куда надо ехать-то? На прямо едет. На прямо, да? Ох. Чуть я не вертанулся в яму. Но.
В лужу бы там сейчас бы завалился. Да, дальше-то будет еще интереснее. Вау! Ух ты! Нифига себе! Вот это ты дал жару. Гонки по вертикали, ё-моё. Ну я так не поеду. Подожди, не уезжай, я тут перееду, не перееду. Не переедешь, я тебя тут вижу. Ты там застрял маленько, по-моему. Не, смотри. Проехал ты с нами. Пролезно. Ой, зря я сюда залез. Ой, зря. Иди завести туда же. Блин. Надо было вот туда, поэтому. Да вылезет он. А, нет, лезет, ты смотри. Лезет он, но нормально ползает как бы. Там мотор чуть подкручен такой он. Бодрячком. Все нормально, вылез. У тебя даже видно, что ты мокрый, слышь. Что-то, ну, может, они там... Да? Что-то они подкрутили там, может, эту лабуду-то. Чтоб видно было. Потому что ты где-то по грязи ехал, я видел, что у тебя колеса грязные. Раньше ж не было такого. Да. Что-то они, видно, все равно что-то делают. Так, тут-то нам как лучше? Ну, тут, по-моему, никак не лучше. Тут придется прям в саму кашу лезть. Все равно надо альтернативу искать, где не сильно глубоко. Давай, не спи, газуй, паря. Все, у меня чувак уже занюхивает рукав. Соточку накатил. Да, тут-то так. Как не слишком. Я думал, мы вообще утонем с тобой. Не, нормально прошел. Проковыряло. Ну, урончик прилетает. Ну, у меня 9. У тебя сколько? 13. Да, я у него урон поставил 600, как у обычной машины, поэтому я думаю, что, в принципе, с его топливом и уроном, так тут можно, знаешь, не одну карту проехать. Надо было их на наводнении попробовать. Нет, там-то точно утонул. Ну откуда? Может прокатило бы, да? Да, ну, там КамАЗы тонут, на раз-два причем. Повышайку и погнал. Газ в пол. Газ до отказа. Ты опять на повышайке, что ли? Да. Я говорю, как это бодро ты чешешь. Хотя вот он, смотри, вообще отлично едет, да, вот это вот. Полукашица такая. Ух ты, что-то он меня нырнул. Где-то там, видно, ямка. Ой, у меня что-то по лобашу уже опускается.
Ну шпарит-то, а? Не останови. Я на автомате иду. Я на повышенной. У тебя на какой передаче? На первой идет? На второй. Ну он постоянно тыкает на первую, первая, вторая. Ты-то да вообще как на самолетчик на нем попер. Прицеп аж подпрыгивает. Ну... там. Выше крыша. Ну, видишь, я на автомате успеваю. На четвертой аж я. На пятой иду. Уф! А тут козел или так? Да, козел есть. Ну есть так и есть так. Как хочешь. Надо с козла попробовать. Блин, ну надо ж так. Один пенек стоит на всей этой самой. Я пока тут про козла думал, блин, смотри, и попал. Прямо середине. Ну ладно, починил его. Давай грузить это за тобой, ты че. Давай сейчас я прижмусь поближе. По равнину. Во. Батон туда вообще легко как-то, да? Да и прицеп, наверное, должен, по идее. На ровном-то он вообще нормально грузится. Не? Не. Ближе надо, да? Ближе надо. Надо ему раздвинуть эту. Надо раздвинуть ему узко. Зелененькую штучку. Ну. Эх, тут даже зацепиться-то не зачем. Так заедь на автоматическое загрузить тогда. Сейчас я по-другому сделаю. Нифига не доставит, я и поехал на автомат, короче. Ну давай, надо ему я... пошире сделать. Ну пошире, ну, чтоб легче грузился. Надо ему чуть-чуточку, ему не достает тут, зараза. Ну да, надо побольше сделать. Надо чтоб, побольше, да. Чтоб с козла грузилось. Я говорю, где-то я пробовал. Совсем да. Близко надо подъезжать-то. Это здесь ровно, а если где-то вот неровно, ну, да? Да, да, да. Ну что, обратно по хардкору как-то? Как положено, так и поедем. Нифига ты там уже вставил. Это на тебя, наверное, на ралли так действует. Наверное, разогнался там. Там разогнался, а тут остановиться не можешь. Тут-то куда, налево? Да, налево. Ух ты, нифига меж берез как проскочил. После ралли тоже осталось, знаешь. Вау! Заболело меня тут. Колею. Кстати, я тебе скажу, копает он вообще отлично. Вообще отлично, да, мне это нравится.
прям из такой из суровой грязи вылазит нормально. Так и чё, да, выберешься? Да, да, все, я газ вообще забросил, потом опять раз и все отличненько. Ты опять на автомате пошел, я смотрю, как ты выстрелил. Но. Ну, че себе ты газуешь? Автоматик. Ох, 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 вот тут аккуратнее, я сам забыл. Вот так вот я тебе сделал. Ух, он у меня на автомате тут разогнался. И сел. Так, тут нам прямо, да? Прямо, да. На дорог понадобавлять, мало дорог тут. Да ладно, тут и так, в принципе, хватает. Пилорамы есть, плюс еще по ним ни одному разу ты прокачишься, уже будет так по хардкорней как бы подукатаешь. Что ты там где-то застрял? В кустах запутался, блин. Пролез. Ох, нифига тут грязь, слушай. Я нормально упал одной стороной в коли. Блин, вот тут дерево мешает, зараза. Придется его через грязь объезжать. Очень хронизация у тебя завелась. Так, габаритные огни надо вот эти, как ходовые, да, габариты. Надо на постоянку сделать. Надо, блин, где-то скрин тут залепить. Давай деньги с тобой встанем. Че, ты все, посел я? Да ладно. Да. Вообще окончательно, бесповоротно. Все, в разголовочку даже не горят. Вот, не все так просто. Уралы обычно застреют. Ой, у тебя достает. Давай. О, вылез. Давай тут день щелкнемся. Давай. Подъезжай слева, справа. От ты меня. На дерево намотал. Да-да-да, вот справа дерево, объезжай вот это. Давай-давай-давай, вперед еще. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Еще. Ой, стопэ. Сейчас я подтяну камеру. Так. Все, есть. Погнали. Куда теперь? Сейчас направо сюда. Стрел на ветках, прикинь, так и не проломал их. Ох, ну тут жесть, короче, начинается. Я не знаю, у меня тут слева по обочинке нормально.
Что-то я, наверное, тоже там поеду. Ну давай. Все, синхронизация полным ходом зашкварила. Что-то ты не можешь вылезти. Да, все, что-то он мне подсел. Давай я тебя на хвоста возьму. Давай. Все, даже смотри, прицеп освещается твоими, твоими фарами, ну. О, все, вылез. Я еду от этого, от вида, из кабины. И что-то как-то я почти на боку. Ого. Походу, Паша, я тут встрял. Ну-ка, надо... Сейчас, подожди, я сейчас сюда попробую назад. Ух ты. Тут яма-то вообще жесткая, смотри. Попробуй справа, справа нырни от меня, попробуй объехать меня справа через лужу, через саму. О! О! Вот, вот, да, вот тут прямо, прямо сейчас газуй сюда, прям в эту лужу, которая прямо идет. Тоже встрял. Мне вроде ползет. У меня-то, походу, конец, все уже. Game over. Ты смотри, пролез, ну. Я тоже туда вот хотел залезть. Ой, как вот, честно говоря. Нормально, что. Сейчас я за тобой. А, все вылез. Паша, подожди меня. Да. Ну-ка, цепани. Кидай. Поехали. О, все, сдернул, нормально. Я даже не буду отцепляться, давай тяни меня. Я сам тут люкнулся. Так, я попробую тут по правому краю пройти. Ага, ага. Водочкой, чё? Тут без вариантов, нифига, у меня вся бочина в грязи. Не надо ли тут? Да не, ползу пока. Я одним колесом в колее, а вторым так. Я даже догнал уже почти, смотри. Ха-ха, ты сюда переползаешь, что ли? Да, там все, там ветки, там дальше не проедешь. Что-то где-то подустрел. О, не, сорвало, все нормально. Блин, я в маленькие веточки уперся. Ну-ка сейчас сходу попробовать их. Эх, давай. Эть. Не ломает, зараза, зараза, не ломает, прикинь.
Ну пошел, 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 все, пошел. Все, давай, все. Давай, 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 давай. Так тут-то нам куда, Паша? Тут нам пока прямо, потом налево наверх. Да что ты, блин, маленький такой, не ломает эти ветки, вот хоть сломай там пару штук и все, и встал. Давай, греби. Я пролез. Я что-то встрял маленечко. Сейчас на лебедку. Опа. Твердая поверхность, наконец. Чё ты где? А, ты хитёр, а? Я опять там по внутреннему радиусу срезал. Я думал, ты там еще где-то ковыряешься. Да я ковырялся, по-моему, на лебедку зацепился, вырвался и по внутреннему срезал там уголок. О, пилораму там я вижу уже. Ну да, вчетвером тут, в принципе, можно было вообще нормально, да? Но. Три пилорамки разобрали бы. Вот, одну. Да быстрая лайтовая карта такая, чисто, наверное. Ну, не, ну быстрая, это если на батонах так, она нифиг и быстрая, скажем так, да. А мы по сколько везли-то, я забыл. По 4. Мы одну пилораму, да, привезли. Всё. То есть сейчас бы вот еще бы два играло бы человека, да? Привезли бы еще вторую. Можно было бы сгонять чисто без прицепов на батонах, да, привезти по двушке. Да. Вот еще восьмерка на третью тебе, пожалуйста. Почему нет, как бы нормально, я думаю. То есть вот, ребята, качайте батон. Сейчас еще будет доработочка, если до отпуска как бы успеем запилить, там запилим, синхронизацию тут мы тут немножко подделаем. Подисправим. Литье это сумасшедшее берем. Возможно, добавится новые колеса. Сейчас там нарисовались. Доработается маленько все, да, это дело. Все допилится, машинка допилится, карта допилится. В принципе, батон вообще адекватный автомобиль. Ребята с 3D ведерка вообще молодцы. Мод офигенный. Немножко мы его, конечно, я не думаю, что испохабили там. Подделали, чтобы он и дровишки возил, как бы. Поэтому я думаю, что вообще адекватный автомобиль. Грязь переносит хорошо. В принципе, управляется, грязь ездит, вообще, да? Вообще классно штурмует, мне понравилось. В принципе, он едет даже, мне кажется, лучше некоторого дефолта. Дефолтного КамАЗа так однозначно, как бы, он едет лучше. Да и дефолтного УАЗа, наверное, он едет лучше. Как бы, поэтому он и для разведки, и топливо возит, и гаражные части, и дрова. А ремонт, все, пожалуйста, как бы. Автомобиль. И приятный по внешности, по проходимости. Адекватная модель. А, ну да. Вот еще, ребята, открывается. Ребята тут сделали на нем с 3D ведерка, да. Это, ой, это борт открылся у прицепа. Это от прицепа открывушка. Двери. Боковые двери, задние двери. Паша, если ты откроешь, я увижу, да, это все? Да. Ну-ка. Вот, все, вот. Паша, он все открыл, пожалуйста. Можно куда хотите поглядеть. Растопырить его по-всякому, по-разному. У меня он даже мужик улыбнул. Не спать. Так что вот. Такой вот раскрывающийся батон.
Так что, ребята, подписывайтесь на канал, к нашей группе. Ссылочки найдете у нас. Везде все это есть. Пожалуйста, всем удачки, спасибо. Приятного отпуска, отдыха. Всем пока. Всем пока-пока, да.